Слепца перчи падает, да. Хан, кстати, а какая у тебя ты пятая? На плечи, то есть перчатки либо ноги. Ставь на меня метку. Стой, идет моб. Сейчас здесь на мосту рассредотачиваемся, бьем этого моба. Давай, давай. Да, то, что сверху. Он возвращается, но мы его потом будем бить. Смотри, какая шея будет. Разошлись. Ренжу держим. Есть. Ну, если она пока не перекинется на вас, а перекинулась миллизона, ушли мильпики. Казум, Сомер, ой, ну зад. Ренжу возьмите. Что я хочу. Ну да, это тот, который на вот том здоровом, короче, боссе. Он туда приходил к нам. Кстати, я не знаю, как вот этот винка нормально будет или нет. Но мы будем последними этот совет убивать, правильно я так понимаю? Мастер на паладина будет заходить, наверное, в последнем. Зайду на Алису на паладина. Разойдитесь, болезнь. Турбо наверх прыгает, туда пробегай наверх. Лужа. Второй моб. Другой моб, на. С меня моба, заберите на. Тут у этого большой, блять. В воду пошел, зали. Нихуя в воде, блять. Ебать, сука, вы еще, блядь, клеща убиваете, на. Сагро выше, правильно я так понял. Котлас умирает. Не понял. В смысле, блядь, 25 хм? Да он ни с кем не закрыл. Я расскажу, как он получил. Очень просто. Он задонатил зеленую сферу. Получил ачивку. Шурфоров никаких не было.
с агропа выходили, есть целые тут живые. Есть один живой агромастер. Хан, давай масс рестом. Шарпистол, вставай. Бычьи голову, вставай. А он плавает. Рыбки на нем. Он уже тут доплыл. Ну это, бля, подвеска по все статам лучше, чем та, что с острова. Сурвова намного дает, бля. Побольше, чем этот прок, по идее. Да, с рвом надо стоять на месте. Слишком далеко. Элки кидает лужу, так что осторожно. Агро. Дай прожимку вой. Сука, две лужи сразу стоит. Как, блядь? Рес, эти двоих стоп. Если мы пойдем в ту сторону, мы ж пойдем на волноступа, правда? Угу. Вправо пойдем. Что, идем на волноступ? Куда мы войдем? На слепца? Буду держать со стороны печеньки, смотрите. На волноступ. Если направо, то на волноступ, а если налево наверх, то на слепца. И тут патруль снизу. Большой же сами. Ну так почему ты падаешь? Готовимся, лужа может быть. Нет, больше мелкий. Отошли, милики, отходим. Отходим все. Дал прожимку. ДПС дохуя, а теперь такое чувство, что тактики вообще никто не исполняет.
Через пороскаты. Ну нахуй этот шем, теперь начал агро рвать, пиздец. ГБ. Ой, это самая дорогая шея, которая парит. Ну ладно, это. Ну не самая дорогая, конечно, этот. Слан, но это 11к стоит, либо 12. Блять, он еще и воронки нахуй донатит, сука. Так. Сразу как накинулись там, блядь. Если по 9, вот до 6 куплю. Ты не будешь чем, я не вину. Большой, большой. Большой пришел. Расходимся. Пока нет. Нет, этого бить можно. Нет, этого бить. С него или лучше, или маленькие выйдут. Либо вообще эти. М5, да? Да в чем проблема? Левый танк берет двух левых, правый правых, все. А в чем проблема, я тебе расскажу. То, что Алиса не ориентируется в пространстве. Вышка, я какой? Знаю. Бой, она не знает, проблема. Где лево, где право. Она. Кто мог бы сказать? Мы, блядь. Да мобов тут наагрили. Можешь в оригиналы попросить, чтобы сделал хотя бы.
Да не, это бред нафига. Ну почему-то я самолистом нормально забираю. Тогда не было нахуй. На самом деле там, блядь, протопол может сам удержать огром. Ну его поступки. Дай с эти павших потом дальше бьем мобов. Стой. Мне с босса скинул аккаунт. Сомалийский не понимал, кого ты агришь. Сомалийский просто агрил всех. Нет, мы поначалу две стороны забирали, а потом он всех забирал дальше. А я с него уже снимал по одному ходу. То есть мы. Она говорит про то время, блядь, когда она танчила сомалийский, блядь. А не ты с ним. Чего вы в разные стороны пошли, алё, блядь? Сведём сейчас, не бойся. Говорит суманитик босс. И я Шредера суманил, ты воля. Значит, поднимайся как скилл свой, ищи быстрее. Через мага играем. Да, почему?
Теперь Турбо никогда не дохнет, зато, блядь, пан теперь, походу, и я, блядь, постоянно дохну. У нас три договора. Фетов встал. Ресайте пока двух воров, пошлите дальше за углом, мобов снесем. Ресайте всех мобов, чтобы снести остальных мобов. Всех воров, я говорю. Один хуй, я не могу, да. А, ну заебись, три, сука, армса, блядь, крита даже нету, враги, не пахло им, блядь. Все, не надо там, если они далеко назад возвращаются. Громко армс. Надо. А он на муту, блин. Хотя... Ну раз, убить. Блять, меня тут оставили. Мастер Хант дает 10% АП вам или нет? Дает. Бокрус есть, который дает хасту. Я тогда Ванхолика буду ШП апать. Вот лучше Алису. У нее нет. Потому что она в блядском. А, в ДД? Давай, все, я один буду танчить. Давай, 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 все, отлично. Какого такого ты бафа не видишь? Так? А, у нас есть шмурик, ёптым. С шейпером, я тут понял. Он бесполезный варк, блядь, поэтому забыл. У нас есть 10%, если только хант. У нас ММ, да? Да, у нас ММ. Ну, а, не, у нас нету 10% АП, блядь. Есть у вас 10%. Миша Про и Arrow Master будете на меня на пул кидать на этих мобах. Потому что я троих не смогу держать. Не, имею в виду, что если микстурка... Чек на готовность. Угу. На пулы на меня не забываем. Трей, наверное, и брусты был трэш, да? Трэш был. Бокуса, походу, выкинуло, да? Алло, алло, глыбы, там что-нибудь прожимайте. Теперь мёртв. Кто я? Я её взял. Дай микстурка, три. Цепнуха и хилин. Миша, про, убивай своего. Это будет как в прошлый раз.
Ты лучше демона убей. Что за контроллер? Фелшер, убей демона своего. Молодец. На пул их ханты, Роги. Хан, дай на пул. Я вижу, что у тебя гадание. Я набрал. На пулы на меня дали. Да я отойду, чтобы вас не было. Карс, Фелша, Турба, Турба, Фан, Аромастер, классно, убейте Свигму. Элшер, Сомервилл, Арл, Шреддер, Кастил, убили. Фелшер убила. Ее законтролят и будет вайпать нас. Пусть ее быстро убьем. Готовимся, скоро переход. Или 15. Что? Я прожимку дал.
каком смысле пропал? Просто жесть, я не знаю. Может, они в сумке? Ой-ой. Добивать. Вы не можете убить меня, глупцы. Я вернусь. Охотник вообще. Тебе сказали давать Геру, когда переход-то будет. И там озвучили вроде. Подавись, посмотри в сумке. Сделай логаут полностью. У тебя 268 лавы. Да. Они есть, походу. Да, 268 это мало. Саммервиль, а тебе зачем перчатки? Это будет ведь... Давай ханту, я бы говорил ханту, давай. Если второй кусок будет. Ну, Саммервиль, смысл тебе с третьего куска, если у тебя четвертого нет? Если будешь донатить, тогда окей, тебе отдадим. Плюс мы никого не убиваем на четвертый кусок еще. Саммервиль, спросим так. Саммервиль, уступишь? Нет? Да, да, нет. Все, вопросов не будет. Давай тогда ханту. Если хант не наебал, он плечи линковал. Куда вы все побежали-то? Назад пошлите. Фелшем, ну что, перезашла? Окей, окей. У тебя ж воронки есть, хант, надеюсь, ты откроешь. Джованни. Что, Джованни забирает? Да. Неронка же. Хотя, ой, ну зад, а ну напиши, у тебя ж, по-моему, одна шмотка есть, да? Насколько я помню. Нет. Да Джованни пора уже отдавать ток. Mm-hmm. Самых первых должен был получить. Вторая воин, мы как говорили, уходит ему анролом, да, и если у него есть ворон. Ну, вторую сейчас я возьму и все, если даже так. Я уже одни штаны уступал. Окей. А там ДКшники, блядь, в этом токе? Да. Да. Кто там, блядь, прыгнул в дырку, да? Вот эти факелы на стенах, это, наверное, вот эти большие мобы повешали, которые ауешат. Стоп. А диминишинг есть у этого? Ой, какой диминишинг? Как
как он называется-то, блядь? Победного ража, блядь. Внутренний экдем. Сейчас проверим. А, да, есть. Есть. Да, я думаю, он сразу этот. Можно в макос его вписывать, не париться. Хуй. Я смотрю. Чё-то только сейчас догадался об этом, блядь, посмотри. А чего там люди умирают? Я что-то не могу понять. Бог из божественной кары, жрица резервуара, пожелал АДК, умер. Чё стоим? Ой, ну зад. Может кто-то? Могут привести к мастеру. Давайте ставим. А забрать мобаху это можно? Если бы воля постоянно прохвала силу, это бы, блядь, цены не было. Чувствуй. Ничего, филшера нету, перчаток? Как-то... На форму. У меня такое было на цирку один раз. Что-то там исчезло, не помню, что-то исчезало. Ну я считаю, это из-за заряда фантастики какой-то пиздец. Может макрос какой-то еще что? Ну на форум тогда отпиши по поводу этого. На почту тебе ничего не пришло? А там был какой-то, блядь, брюлик в нем и еще что-то. Войт, веди сюда, давай. А что, вы сюда не хотите прийти? Что, вы там в углу собираетесь? Есть доказательство, если каменный шип был в рекаунте, значит... Мы же тут бить будем. Или где вы хотите, с жопы его бить? Босса. Рошак вначале тут убьем, потом... Так вы бы и шли сюда все. Там его до хрена ползает. Сейчас все сагрятся по-любому, кто-то упадет. По два, по три моба бьем нормально.
принципе, если она помнит, когда она получала, там Вайда записку. Видео Вайда посмотрел. Да, кстати. Когда она получает эти перчатки. Ну, кстати, да. Зельнемся. Перчатки вернуть, если что не будет. Но это на крайний случай в DC записывать. Угу. Я последние рейды перестал записывать что-то. Я уже на всякий случай своих, блядь, ты. Я потому что уже устал этим всем заниматься. Большого. Большой. Тех не зацепите, отведите куда-то назад. Сейчас может еще это овешка будет. Можно бить вроде, да? Да. Так это. Только хилить надо тоже, я думаю. Мобов забрала Алиса. Ну, чует за давно. А, босс еще. Ну тогда ты диван чё? Кому-то. Как вы босса умудрились? Не знаю, что это такое, все мобы прибежали. Что, со всего инста, что ли, блядь? Ну не со всего инста, со всей этой комнаты, когда большого агрич. Не, они через стенку куда-то пошли. Кого-то убивать. Фелшер! Они к тебе побежали. Иди, ты где находишься? Она возле слепца. Чего? Возле слепца. Ты можешь подохнуть? Да там нету мобов. Блядь. Насрез. Ну почему тогда у тебя правильный итем левел отображается? Хант, масрез. Попробуй почисти кэш. За угол забеги, вот пробегай налево, за угол, и там палатка будет. Туда встань, в ту нишу. Уже неправильно. И масрез по рейду. 251. Масрез, давай. Да стой, куда ты уже бежишь, блядь? Тут костой. Колосс идет. Отходим. Отойдите. Жались. Я вспомнил, у меня один раз, когда я на корабле на циркуле летел, у меня шам, блядь, пропал. Тогда мне, правда, было, а назад-то все вернул. Рыбу кушаем. Просто рыбогами. Как так? Я вот перчатки снимаю, у меня итем левел падает. Почему она говорит, что я не опять? Потому что ты ливала с гильдии. В смысле еще, блядь? Ливнула с гильдии, проебала очередь. Даже не написала потом, что ты хочешь обратно стать в очередь. Она говорила. Ну, значит, они мои проблемы. Потом пишут, ты не пишут. Ну вот, если он сказал посмотрим, значит ты пока не будешь стоять в очереди. Пока он не скажет. Какая разница нахуй, еще осколки даже, блядь, не все собрали. Так, будешь последний в очереди. Весните шерпистулы, что ли? Вы тут? Алло. Чулан, Шейпер.
Да, пиздец. Боже, вас, блядь, сука, не учили нажать, блядь, правой клавишей на ник этого персонажа, нахуй, нажать, блядь, черный список или чё на? Потом после рейдера сблочите. Ебать, нахуй, вы больше разводите, чем они, нахуй. Этот шаг чистим. Царя надо врать. Царь, заходи в рейд. Не переживай, муты есть еще у всех. А чё, Фелсер ушла, что ли? Чё, не понял? Да, она на замену 205. Короче, это вопрос истопит. Лена, пиши на форум. Найди Она Войд. Она ищет видео у Войда, все нормально. Оля, блядь, будь умнее этих двоих, блядь. Шейпер нахуй загнал одну хуйню, блядь. Теперь другая начинается. А что ее, менять или что, я не понимаю? Да, менять, она попросилась на замену. На простью или на царя? Блять, он не онлайн. Здорово идет, давайте. Вот его сейчас и будем тулить. Бьем сразу. Смотрим, что на него. Дебан, разошлись. Да. Дайте вообще уйду. Смолейский танчишь. Вы когда бежите, только не сагрите босса. Еще могу пошли. Сарли могу. А кто танчит большого? Сомалийский. Ну этих держи. Отойдите от меня, добавь висит, милики. Все. Ну подхилите изредка. Добьют большого, будете бить этих. Фелшер, смотри, каратрес был 10-10-19, блядь. Ты получила, а не 14 либо 15, ищи 10-10. Гильде своей старой отпиши, скажи, а боссыши, смотрите. Кому, кому? Ну, кто-то у меня думы были, я не помню.
Гали, говоришь? Не, Лени. Миша про это не только девушка клянчит, почему? Ну я тоже клянчу. Это от человека зависит. Я дохуя девушек встречал, которые не клянчат. А вот мужиков я больше встречал, которые клянчат. Правильно, потому что мужиков больше на сервере в эту игру играет. Там воронка в мобе есть. Возьмите воронку. Да ну. Ставь группу лутни. Ты вообще-то плечи получил, а не штаны. Перчатки ты самое первое получил. 10-го. А почему там записано плечи, да? На первые перчатки, это 100%. Че, воронка сейчас стоит 10? Да. А, шаман Элем Каратрес 10-го это были штаны. А плечи ты был. А какие у тебя перчатки пропали? Если у тебя перчаток не было. У нее, оказывается, все два куска есть, она просто руфлит. Ну иди купи за жетончики за пределы. Ты 4 перчатки. Да, да и все. Сука, ты 5. Ебать, чё ты с... Ух, бля. Думаю, какие нахуй перчатки, блядь. Она просто над вами порофлила. Думает, вы хули расслабляются. Поставь в шкаф, ресните, пожалуйста, упавших за самоним шейпера. Поставьте кто-то ГБ. Возле шкафа. Там еще мобы есть. Надо еще мобов слить. 4 моба. Если мы пульнем босса, они сагрятся. Шейпер, тебя самонят, давай. Я думаю, что стоит Алису ставить в фросте на босс. А, она во фросте будет стояла. Я не знаю. А, ну то, что, блин, вот он мне пишет, я не в 10 еще, блин, а вот... Кто пишет? Ты Костиль. Я не знаю, о чем вы решили, я еще не сам. Я говорил, что останется так же все по приоритету. 5. И если у вас есть воронки открыть, и второй кусок падает, ну, в главный день, допустим, за два куска падает, и у вас есть воронки 6 штук на руках, то вы можете получить второй кусок. В других ситуациях я не вижу, что второй кусок куда-то там что-то записывает. Void. Если ну, вам это смотри, надо, начнем. Себе записывайте там сами. Смотри, взять вот как Костель, да, человек, который там донатит, у него деньги там, камни, то все есть, покупать себе сука, то есть он может. А вот таким, когда вот Хант у нас 3 шмотки взял, не открыл бузер, ну вот это сразу понятно. Да это их проблема, не открыл, я тут причем не открыл.
что-то. Я понимаю, но просто знали, тогда им не давали. Да и все. Ну вот так всего знать не получится. Ну, это ребята, да. Шмотки на Ханта вообще бесполезный шлак, нахуй, ты пятый, потому что его нахуй никто не ролит. Вообще эти перчатки на мага, блять, Лока и Ханта уходят в ноль, блять. Блять, Алиса, перчатки... не флуди, нахуй. Я вижу, что ты на 8. Еще раз, блядь, капсом, сука, напишу, что ты. Про этот, ты... блядь, можешь забыть, нахуй, Глору, если бы будешь такой хуйней занимать. Так, давайте думать, кто у нас там будет трэш собирать. Шреддер, спекайся. Потому что мы сами решаем, что ты должна делать. Шреддер, давай в танк, давай, давай, давай. Шреддер, Шреддер в танка и этот, вы с микстуркой трэш танчите. Чулан принимай смотр. Сомалийский спик не скоро. Чулан, принимай смотр. Вот, ребята, ЗС открыли в августе. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот, почти ноябрь закончился. Вот эти 3 месяца я тоже без Т5. Не знаю, что вы мне ноете, но 4 класса там на токе не написано. И что теперь? Все получат, это не делается. Если вы хотите прямо сейчас, сразу идите в магазин игровой и покупайте. Есть у кого это? Джус. Ну, понятно, что. Блять, так ты не один такой, ты понимаешь это или нет? Вот я тоже не могу взять. Выше меня костели еще люди. Присты, вары, ДК, друиды. Что тебе не нравится, я не могу понять. Ну я не могу взять тоже. И что мне делать теперь? Я тоже хочу там перчатки и штаны. И что? Чулан, дай... На другом канале. Я понял, уже был. Кулак! Давай одного приста спихнем в ДД в 4 хила. Я еще раз поясняю, ой, ну зад. Никакой второй анролом не будет. Будет по приоритету. Если люди будут уступать, и у человека есть воронки, они скажут: ну ладно, да, у тебя есть воронки, иди открой тогда, забери это 5. Я выше твоего приоритета, но я бомж, у меня нет воронок. Я так нахуй сказал, и так будет. А если у вас, сука, нет воронок нахуй, и вы говорите: ой, там, я там хочу Т5 нахуй, ну у меня приоритет 100 нахуй. Хуяк такой, забираешь, Т5 у тебя лежит в сумке, и сиди ты с ним, с этим ебаным Т5 нахуй, долбись в десна, блядь. Все, заебали. Сука. Как клыкач, как бузер, мне похуй. Накопил ПР, забрал, иди в пизду. Опа. А как третий танк? Ну, Шреддер, микстурка и вина. Вы такой решили вам. В 5 хилов идти, да? Ну, я спекнулся уже. 4, хорошо. Давай, Алиса, запускай. Можно было сомалийского просто спикнуть. Как вы задрочитесь с этим Т5, сука, я просто... Бля, я что-нибудь придумаю, вы охуеете, блядь. Дрочитесь, сидите с этим Т5. Ну нету Т5. А перед лицом босса отойдите. Перед лицом босса не стоим. Алло. Не алло. Ничего страшного. За босса. Пускай, ничего страшного. Сдохнет. Ничего страшного. Говори, мастер, когда стоп. Стоп, нулевые.
Роги, когда он так говорит, на пул приготовьте. И этот хан тоже массовый на пул. Заливаем. Хан, ставь под босса огненную ловушку. Больше не пасы. Стоповые. Влево от ноги к ноге вот так побегайте, танки, чтобы мобы немножко централизовались. Да я в центр ставил, это новые, которые пошли. Стоповые. Заебал уже второй раз сферу брать. Ну, минус зад, не вовремя ты начал эту беседу. После рейда. Не задав, все нет. То, блядь, коня подавай им. Стопайте, ауе. Блять, а чё, у меня таймер попался. Вот, сука, только один раз вам, сука, не сказать, что стопайте, ауе, всё, вы уже, блять, как раки ебаные. Ну, значит, бомба взорвалась, блять, не могу. Ресель будем его, нет? Все-таки ДПС помогло. Пока нет. Быстрее его. За хилом. Стопал я. Какой курнул? Ну, бей давай. Он вылетел. Кто, блять, вылетел? Самервиль, Самервиль не вылез. Ой, блять, Ромка писал то, что он вылетит. Я знаю, что Ромка писал, блядь. Но я Войду сказал. А при чем тут Ромка? Мы просто Самервиля говорим, не про Ромка. Ромка написал, отойду Курну. Курну, блять, написал Сомервиль. Я ему и ответил. А. Ну, я не знаю. Стопайте, ауе. Рубой с Салю дадите? Или я босс сейчас сорву? Это рубой с Боб киньте и Салю. Рыбки вмешательства в трубой сюда и тела. Да уже скинем. Ну куда, блять? Все перебус. Стоп на левый.
Это заебало меня. Ну, нам пулы надо давать, я под каждую для мотов подкатываюсь. Внимательно. Выход мобов раз в 40 секунд. Рога, ты не умри только. Откат, блядь, идет 30 секунд, насколько я помню. Стопайте. Сука, четвертый раз подряд берет, а он себе не положил. На скольки фазы? 20 в районе 30, не помню. Скоро, короче. На 20, по-моему. Сомалийскому инр. Классная намана. Стоп АУЕ. Базовая типа, да? Сейчас будет на. Дал прожимку, хиль тирает. Хилы с вас для спауна, не звать там. Трэш по 5 секунд, ауе, стоп. База. Танки ловите, блядь, сфера. Сука, стопнуть АУЕ никак, да? Сзади трэш идет. Тут уже напульщики такие, что вот он до того, как появился, он уже прожал. И чтобы еще символ был, чтобы 10 секунд на пул веера был. Рок, уроду. А иначе тут, блядь, вот такая хуйта будет, будут умреть люди. Ну, хуй 5 секунд. 6 секунд у них стандартом. Плюс 4 секунды символ. Ему вроде не дает время, да? Блядь, потом почитаешь. Веру. Стоповые. Руми, профи убил. Только. Блинка, ну. Ну так еще не писали, что они 10 боссов убили. 5 сомер умер. Да ты заебал, блядь. Ты можешь следить там? А, внимание, выключайте АУЕ, фулл ДПС босса. Трэш да, не бьет никто, фулл ДПС босса. Только босса, фулл ДПС босса. Точечно босса. Бурстим. Диспел. Шарики в рейде, алло. Котлас дай войско. Быстрее в босса нахуй, 20 секунд. У нас с каждым разом хуже и хуже ДПС идет как. Это говно на плечи падает. Потому что, сука, если бы столько трупов не было, тогда бы ДПС был нормальный. Плюс мы убьем в 24, да? Да. Че, все? Че, все? Карат. Ну. Так вы же не бьете его без двух хп. Ну сейчас поищем хпау. Сейчас я за двух вторым хпау. Почему ты говоришь, вы не убьете?
Нет, я говорю, не вы не убьете, а вы не бьете. Прошлое КД, вы не пошли туда. А без фубала. Вы же РЛ, ты и Войт. Пиздец, а может у нас тут 25 тел, нахуй? Ты должен сказать мы? Да, спите. Да это не башня человека. Че, вы будете сидите там? Как там у нас был мистер Day Better? Вот, как раз чем в него превращаешься. Покажите, пожалуйста, урон по самому боссу. Есть у кого-нибудь стопренный рекаунт? Скинул, не вижу. У тебя 8 лямов самого босса. А не, нихуя, у тебя 13800. Покажи мне его. Мне не надо мой, мне надо всех. Я понял. Трэш пришли пометить ребята здесь. Так и надо. Ну я в армсе был, чтобы трэш заливать. У меня в эту хуйню брало очень много раз. У меня 4 или 5 раз. Как не... Пойду я с мастером вечно в этом шаре, блядь. То он справа, то справа снизу, то слева сверху, блядь, мастер постоянно вместе со мной. Нормально. Этот шар никак не совейтится. Не, глыбы вниз не снимается даже глыбой. Я ж иногда, блядь, еще любил нахуй раньше, блядь, прожимать, блядь, сапоги сразу после этого и взлетаю, нахуй. Я забыл про эту хуйню. Тупо сапоги в молоко, блядь. 5 пан сдох. Интересно, что там боты забрали? Какие боты? Какие, блядь, на хосту. Ты кто? А что ты, Алиса, на АДК не забираешься? Ступни у тебя сратые, Кина. Сука. А какие нахуй плечи у него? Хорош. Она с тебя рофлит просто. Она срезки за ролик за... Как не за донатик. За ролик. Боже. Не хочу ГП лутать. Буду собирать ГП свою на Глору, чтобы он экстурки забрать. Давай я тебе в 5 утра скину ГП. А в 5 утра по твоему времени будет? Ну по-моему это будет 9 утра.